сейчас покажу такой эффект. Вот простой провод, подключен к радиатору, напряжение стабилизатора пуш-пула 12 вольт. Отключаю его. Достаточно взяться за радиатор и все. Либо подцепить вот такую. Но второй конец не должен идти на минус или на землю. А нет. Иногда. Да. Вот такие наводки. Да. Вот еще что из этих видео можно понять. Вот на этом видео. Он когда закорачивает качером коллектор-эмиттер и говорит, что амплитуда падает, но тогда у него и потребление падает, потому что слышно, как вентилятор перестает работать, блока питания, вот там питается блок питания, он когда сильнее нагрузка, он начинает крутиться. Вот. Частота видно другая, катер просто сдвигает частоту, и тут никакой прибавки, я думаю, нет. То же самое и на другом видео. Тут видно в этом боку, что когда он включает качер, у него там потребление 3 с чем-то ампера. А когда выключает качер, потребление становится 0,3 ампера. То есть тут я вижу, что тоже нет никакой прибавки. Просто качер увеличивает потребление и повышает амплитуду.
Вот видно там где-то 0,3 или 0,26 что-то ампера. И 23 вольта, 23,6 вольта. Это без скачер. Вот теперь видно 3,77 ампер. 23,6 вольт. Знаешь?